капитан на борту! Живей! Быстрей! Держитесь! Уже мою любимую! Точно туда нужно, капитан! Не разделяю твою уверенность! Ugh!
Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно.
Посейдон следит за морями. Пока бог занят, осмотрим его храм.
Рад, что ты с нами, капитан!
Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Осталось недолго. Совсем недолго, обещаю. Они помогут? Каждый в этом мире чего-то хочет. Моя работа узнать, на что они готовы ради этого. И Каринф вновь будет нашим. Вернется в руки тех, кому принадлежит. А, Алексиос наконец нашел нас. Знаешь меня? А ты знаешь ее? Это Антуса. Мы видели, как ты помог людям в храме Афродиты. Теперь ты наш друг. Слышишь, Икар? У нее такой же острый глаз. А еще о тебе хорошо отзывались. Сюрприз! Феба? Я от Аспасии. Я же работаю на нее. Почему тут? В Каринфе опасно. Нужно было передать Антусе, что ты здесь. Аспасия научила меня слово эмиссар. Это я. А мы с Алексиосом уже знакомы. Видишь? Все просто. Я буду помогать. Ну ладно, уговорила. Кто знает, что будет дальше. Да. Только будь очень осторожна. Пойдем внутрь, Алексиос. За нами могут следить. Идем же, поговорим. А мне можно? Только помолчи. Что привело тебя ко мне? Алкивиат рассказывал о тебе. Неужто? Ну и? Я ищу женщину, много лет назад сбежавшую из Спарты. Возможно, теперь ее зовут Мирин. Кто она? Это моя мать. Твоя мать? У тебя нет матери. Маркус говорил, он вырастил тебя. Держи язык за зубами. Ясно. Ты получишь ответ на этот вопрос в свое время. Не сейчас. Ну что же, рано или поздно ты расскажешь. Просто поверь мне. Я бы не стала той, кто я есть, обманывая людей. Даю слово. И Алексиосу можно доверять. Не пойти ли тебе поиграть? Дай нам поговорить. Да, как скажешь. Договоримся. Помоги мне. Всем нам стать сильнее. Настолько, чтобы избавить Каринф от дельца. Простая сделка, уверяю. Договорились. Мудрое решение, Мистий. Глупец бы не зашел так далеко. Я умею рисковать. Значит, договорились. Что ж, ты слышал о дельце? Если верить служителям, его стоит опасаться. Верно. Его жертвам не хватило внимательности. Но я всегда начеку. Ты неплохо держишься. Еще жива. Пока что да. Но его разбойников хватит на целую армию. Они нападают на всех, в том числе на нас. Он убивает Гетер? Убивает? Нет, пока мы хитрее. Но нам нужно действовать. Помощь нужна не только мне. Мои подруги Эринна и Дамалис тоже в беде. Снова делец? Без сомнений. Отомсти их обидчикам, потом придет его черед. Дамалис здесь, у Источника. А Ирина пошла в сад Белерафонта.
Что с Ириной? Она ищет Клио, другую Гетеру, которая пропала. У меня не нашлось времени помочь. Дамалис что-то рассказала? Совсем немного. Но я знаю этих двоих как родных. Что-то не так. Посмотрю, чем смогу помочь. Хорошо. Делец платит своим людям деньгами, полученными от контрабанды оружием. Ему это выгодно, ведь идет война. Если прервать поставки дельца, его люди останутся без еды. Точно. Отправляйся на его склад в порту Лихайона и сожги груз. Весь груз. Об остальном позаботится Хаос. К чему грабить бедняков, если у него свое дело? Пусть незаконное, но зато приносит прибыль. Контрабанда – тоже прикрытие. Он похищает рабов, их убивать нельзя. А его людей сожги. Лишим его главного источника прибыли, у нас будут неприятности. Хочу проверить в деле своих новых наемников. И потом, он понимает лишь язык насилия. Немало людей на нем разговаривает. Тогда пусть его склад сгорит.